И всем добрый вечер, день, утро, у кого что. И это с вами Фил, Стас, и мы продолжаем похождение по великой игре War Z. Всем здравствуйте. В прошлой серии нас убили. Вот мы решили продолжить и пройтись по Сноунелю немножко. Да, как я понимаю, нас в каждой серии убивают. Ну, за прошлой убили только тебя. А я доблестно выжил. С помощью моего пистолета, да. Ну, в частности, топора. Пистолет там было патронов 5, по-моему, 6 всего. Сейчас мы идем в Смолвиль. И я думаю, там нам надо будет опасаться церкви, в первую очередь. Да, скорее всего. Кстати, по поводу топора. Я вел себя как Рик из Walking Dead. Когда он топором размахивал. Помнишь эту серию? Да. Это вообще ад какой-то. Это я был такой же примерно. Ты, кстати, вот эти вот последние серии смотрел? Да. У меня жена плакала над предпоследней серией. Пипец вообще там. Ну, честно скажу, я сдержался. Ну тоже. Был позыв. Ну, вообще жестко. Ну, вот гримеры вообще на отлично работают. Это шикарно сделано. Да, там, кстати, мы смотрели потом с друзьями эти съемки с площадки, со съемочной, как гримировка идет и прочее, прочее. Довольно интересно смотреть. Там вот там больше, вот смотри, вот как просто зомби, да, ты их воспринимаешь, ну блин, ну дохренище до этого было зомби. Resident Evil, там спецэффекты и все, вот это, да, в злобу, ну, да. А там, когда ты видишь, вот этот актер, который вот он был живой, да, он играл, и потом вот он в зомбаре его загримировали. Ну, вообще шикарно. Вот те же линзы, да, там, это, тот да, же грим, это вообще шикарно. Круто. Да и, к примеру, взять тех же Обитель зла или прочее, ну, зомби, ну не те зомби, ну, совсем не то. Первая часть еще были более-менее зомби, а последние, когда уже они какие-то непонятные, так, я чипсы нашел. Что-то как-то чересчур тихо. Три человека на серию, что-то больше. Да я не так, про пошли то. В церковь быстро, пошли в церковь быстро. Я думаю, вряд ли он будет третий. И сейчас как-нибудь с пулеметом Гатлинга, да, такой в церкви стоит. А еще один стоит. В рясе, да, такой. А, с бородой и кадилом. Кстати, я сейчас историю расскажу про эту церковь. Давай, слушаем. О, бита. Что-то это тоже зашел на сервак. Ты меня напугал, пипец. Я думал, кто это тут? Сейф. Кот. Сейчас попробуем. У меня неправильный код. Не быть мне. А какой ты вводил? 1, 2, 3, 4, там. Да. Не открывается. Не подчиняется. Тьфу ты. Вот это, кстати, удобная штука, да? По поводу сейф? Ну да, схрон сделал себе где-нибудь. Радуйся. Главное, чтобы не вскрыли потом. Ну, четырехзначный долго вскрывать будет. Магазин с щитами кто-то заставил. Да, больничку. И медвежатник. Медвежатник, у тебя каска есть? Нет, одна. Ну, одна. Тут просто в полицейском участке куча касок складывается. А, ты уже там? Ты хоть сказал. Это тут медвежачий. А народу-то на себе 6 человек. А ты меня тут оставил одного. С сейфами. Ты чё? Да, ну, то, что сейфы, да, это круто. Я не понимаю, как народ играет на серверах, где там по 30, по 40 человек. Это же вообще нереально. Да, это да.
Там, наверное, убийство на каждые 3 минуты происходит. Опа! Что это? Что, где? 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 А, Кто? это фонарик. Фу ты! Нафиг он мне нужен? Если бы можно было бы зомби сжечь. Вот тут нож есть, нужен? Нож не нужен? Нет, не нужен у меня штопор. Ну, опять понаставили этих щитов тут. Ага, ты пройдешь. У меня Что есть там, че? пусто? Да, у меня, если что, есть пепси. Так, давай ты в больничку напротив, я в магазин. Чтобы Да у меня вода есть, 5 бутылок есть. быстрее все. Давай. Тут тоже 2 сейфа стоит. Ого, 2 больше. Ну. Ого. Что-то пароли запоминать не надо. Так, я нам покушать чуть-чуть собрал. Да, я не могу не скрыть ни один сейф. Тьфу ты. Ну, не везет тебе. Не быть тебе воришкой. Да. Давай, Так, надо все, уходить уже. Сейчас. уходим, да. Не, не скрываются. Может быть, там что-то интересное лежит. Хотя далеко не факт. Да вряд ли кто будет интересно вот посреди города ставить. Не Нечего факт. там под елкой там где-нибудь. А, ну да, это. Ну, можно же забыть, где еще и на таком сервере. И все. А так, если ты поставишь в центре города, ты не забудешь, на каком сервере, да? Не, ну на таком сервере, да, можно забыть. Так, там еще подруга встанет. Или друг. Пусть встанет, как встанет, так и ляжет. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то их много, давай это обойдем. Я не готов к такому. Меня к такому не учили. Или как там? Меня к такому не готовили. От третьего лица поглядим немножко. Как он об этом будет. А, кстати, я же так тебе не рассказал про церковь. Да, Я что-то давай. это говорю, зашел на сервак, полазил, полазил, пошел в церковь, ну, посмотрю, что может есть. Сейчас, Блин, секунду, подошел. буквально секунду. Согрелся. Двое. Сейчас это расскажу. Я Зашел же, короче, в просто церковь. О, сейчас. вау, Да. Мишка. Плюшевый Мишка. Возьми меня с собой. И, короче, это, захожу в церковь. Смотрю, ничего нету, пусто. Ну ладно, думаю, выхожу из нее, обхожу, смотрю, чувак стоит в углу. В маске, вот, с большим глазком, еще с чем-то, с эмкой. Я же недолго думаю, 3 пули ему в спину, бах. Забираю все и ухожу. Злой ты. Да, а что делать? Не я про его зомби в спину, я зомби шел. Я его спас. Смотрите, какой я няшный. Мишкой. Так, пошли вот в доме зайдем. Просто. Теперь нас будут смотреть фанаты аниме. Да. О, вода. Бутылочка. Ой-ой-ой. К такому не был готов. Еще сзади него. Ты в курсе, что тебя могут посадить за поножовщину? Да ладно. Пойдем отсюда. Мне не Там нравится этот вода. город. Но у меня Там три бутылка банки воды. пепси. Нет, У меня хватит. 5 бутылок воды есть. А зачем тебе еще Вам да вода? не помешала 6-я. Тут, кстати, вот в этой же стороне где-то Йети кричит, да?
Да, кстати, вот, а, нет, не здесь, возле метеорологической станции. Я же поэтому и хотел туда сходить. Ты, может, меня Помощь? подождешь? Нет. Я поступлю Мишка, как лучше говорю, настоящий Мишка. друг. Я брошу тебя. Так, мы то будем заходить в деревушку какую-то. Это ферма. Давай зайдем. Да, было бы прикольно, если бы тут ферма Хершева была бы. О, ну это вообще. Они бы было тихо и спокойно, пока не пришел Дарик. Тут есть одно место, такое тоже типа заброшенная деревня, да? Ну там не деревня даже, а какая-то ферма, там три домика полуразрушенных и сарай. И в сарае зомби скребутся. Да? Есть такое? Да, но там сарай такой маленький, знаешь, вот как, ну, вот как деревянный он стоит, как гараж, грубо говоря, такого формата. Слушай, там много зомби и один Ничего трейлер, себе. да, и один гараж. Смысл туда идти? Я вот не знаю, наверное, нет. Тоже пошли на базу. Кстати, а где вот это вот? Это три домика и сарайчик. Кто где посмотреть? Так, сейчас сориентируюсь. Нет, я мозги не видел. И мозги не видел. Трейлер парк. Вверху карты, вниз туда вот спускаешься и в той степи. А, Прям Канн помни, Кейзер. это помнишь, раньше место было в лесу, там не было ни зомби, ни дропа, ничего. Просто вот домик стоял, запорчик небольшой и пару бревен валялось, каких-то, и вот этот А, да, сарай. что-то такое было. Вот там вот. И что там, зомби скрываются? Да? Ну, я не слышал. Может, я там не был просто. Точнее, я так не так тщательно прислушивался к тому, что в домиках скрываются. Кстати, а ты пишешь, то есть что это по времени опять не засек? Да, пишу. Ну, я думаю, у нас серия обычно кончается, кому нас убивают. Ну да. Это, кстати, тут обычное дело. Примерно полчаса ты живешь, потом тебя убивают. Давай на шифте немножко пробежимся. Вот без бинокля очень тяжко, конечно. Да, без бинокля, как без рук. Я, кстати, в инвентаре есть бинокль, но что-то он там один единственный, я его как-то не хочу тратить. Я уже сдох. Ты что там, воздух режешь? Да, кстати, мне скучно. Так, подожди, это что у нас? -то? Он там что-то не интересует. А, нет, по горам. Как, здесь ничего нет? Нет, На... здесь же был маленький лагерь. Типа снайперского гнезда. Вот я, А, кстати... вон он за горой, слева за горой. Далеко до Я, меня. кстати, думал, как мы пойдем туда. Через туннель будем спускаться, ну, вот имеется в виду спрыгивать, либо через центральные входы. Наверное, давай через туннель, тогда, я думаю, будет безопаснее. 6 человек на сервере, ну, не знаю, Вот я сколько думаю, вот мы смотри, встретим. слушай, вот тут вот реально вот человек присядет, его же ни черта видно не будет. Или ляжет, да? Не, ну присядет, все равно видно. Ну, вот в куст папоротника, да, там он лег Ну бы. да, ну, как бы, я не знаю. Какой-то домик вижу вроде.
Где? Я это что-то не вижу. Прямо по курсу. Земля. Я помню, когда баги были, помнишь? Я забрался на гору, подпрыгнул, улетел в небо. Нет, у меня такого не было. Значит, с Мишей на гору Да, на том, забрался, и наверное. там, то есть, прозрачная стена была. А я дальше прыгаю, 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 подпрыгнул и улетел наверх. Шаг Ага. сделал вправо и полетел вниз. Ну, бывает. Разбился? Конечно. Печально. Почему парашют не взял? Так, что на домиках? Но опять же там зомби гуляют, штуки три, он его Вниз? круги Ну, крутит. плохо. Будем резать, будем бить. Да тут побольше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По крайней мере, я только шестеро вижу. Семь. Вот. Будем посмотреть, где? Я что-то смысла особо не вижу. Ну, Вот что-то здесь холм. странно какое-то место. И дропа я не Ой, вижу внутри. согрелась одна. Я топор подвинь, я руби ее. У меня ножик. Разбитый возьму. Ну что, будем зачищать? Да, Маленький. Так. я вот хрен его знает, нужен он нам, Да нет. я вот тоже хрен его знает. По-моему, там ничего нету. Пошли отсюда. Так, там правее. Баба правее. За этой дорогой. Мы сейчас их обойдем. На гору как раз залезем. Где березки? Угу. Правда, чуть правее там. Главное, чтобы ничего под ногами не стало. Ну, кажется, мы будем заходить все-таки через дырку в этом заборе. А, нет, подожди, нет. Да. Мы же с нижней части, да. А, ну да. С южной. Ну, можете пойдем вперед, чтобы не палиться. Ну, 6 человек все равно те, не так много. Ну, тогда нас тоже было трое. А, нет, подожди, это... А, ну, это сейчас было трое. Вначале. Просто мы с тобой лезем в такие места, куда обычные люди как бы с топором и ножиком не Лезет. суются, да? Ну а вспомни, как у нас была полная комплектация снайперки, автоматы, бронежилеты, и чё? Нас какой-то хрен с пистолетом положил. Ну, это читы, это на это смотреть даже не надо. Тут как-то сейчас попроще с этим стало. Ну, читы вроде убрали, остались баги, да, вот с тем же самолетом. Парень через Ну да. нос забрался. Не, ну через нос мы залазили. С этим ничего не поделаешь. Ну да. Ну там, видишь, он забрался на самый верх, а мы-то обычно в кабину залазили. Ну да, мы в кабине сидели. Но в кабине, Так, давай. кстати, было бы, мы бы его даже не увидели, опять же подумали, что читер, да, потому что там со стороны кабины там текстура прозрачная. Ну да. Не, подожди, а со стороны кабины он бы нас не убил. Почему? Просто по причине того, что текстура-то односторонняя. С той стороны ты ее увидишь, точнее, прозрачная, а простреливаться она не простреливается. Мы же вроде проверяли. Ну, в упор подходишь, она сквозь нее ствол просвечивается. А, Аккуратно ну лезь. тогда. Это да. Но не вылазишь отсюда. Очень беда. А, нет, смотри-ка, нормально идет. Только нам сейчас надо брать правее еще. И тут, насколько я помню, уже в поле вот в этом зомби шатались в прошлый раз. Но с этой стороны я никогда не заходил, поэтому ничего сказать не могу. Я заходил либо через центральный Как вход, ты не либо через заходил это задний. со стороны Хаммер, где пробил решетку? И все.
Ну, я имею в виду, я отсюда не заходил, вот со стороны туннеля. А, ну сейчас я Я тебе расскажу. залазил с этого, вот где решетка пробитая, и с центрального входа заходил. Ну там снайперское место такое, сейчас увидишь. И все-таки не понял, как мы того типа на самолете не увидели. А фиг его знает. Вот он когда начал стрелять. Что ты меня вот поразило, что ты стоял? Я уже лег после первого выстрела. Ты стоишь. А я Ну, вот это почему-то убей. думал, что это ты стреляешь, ты вверх целишься, да, но Ага. ты там палишь в небо. Да, с 6 патронами. Просто так стреляю в воду. Он стоит такой, а мне норм. Ну, да. Причем это, знаешь, я когда улегся, я 6-го задрал, а он не доставал ствол, не хватало объема. Это видимо, может быть, и убил. Я одного раз, наверное, раза 4 я попал, ну, в район головы куда-то. Ну, видимо, каска его спасла. Так, немного, а лука не видно. Пошли сюда. И... Я осматриваюсь, подожди. О, блин, 6 человек. Ты, кстати, там осторожней, потому что любимое снайперское гнездо в этих камнях сидят. Ну вот на кого-нибудь сейчас и забьем до смерти битой, как тот раз. Да мы сами тут еще на ладони. Нас могут с противоположного, с холма, с елок снять. Ну вот. Камни, как будто шоколадка такая, знаешь, альпингуй. А, так еще и тарахтят. Вообще. Так, не видно пока никого. Что там такая толпа зомби вокруг? Кстати, вот ты идешь, я тебя практически не вижу. Ой, там, наверное, кто-то был. Там, наверное, кого-то съели. Ну, ты посмотри под туннель. Тут, ой, что-то Ну, тут их очень много, слушай. Я прям не знаю, как туда попасть. под сам туннель я заглянуть не могу отсюда. Есть предложение. Ну, не знаю, успеем заскочить в туннель и встать на камни на эти и отбиваться от зоны, положить просто писать. Да давай вот тут вот потихоньку спустимся и к вертолету Ну, разбитому. да. Ну, для вертолета тоже вероятность что-то найти, насколько я помню, небольшая. Не, у вертолета там более-менее бывает как раз дроп. И вот Ну, я дальше помню, чуть-чуть. помню, что я там находил. Я находил там обойму к этому калашу и все. Был Ты момент ноги такой. не сломал? Нет. Шикарно. А то у меня рефлекс по спускам, я сломаю ноги. О. А вот так ты, мне кажется, точно ноги сломаешь, нет? Не думаю. Не, имеется в виду, когда спрыгнешь. Нет. Ну ты читер. Нет. Это просто баг. Пусто. А, слушай, текстурки-то еще не прогрузились. О, пушка, пушка, Ну что? Бросада. Блин, не могу, взять. Ну, бери, выкидывай, что-нибудь Зашибись. Вот бери. эти патроны. А Стасу, как обычно, везет. У него есть фонарик. Ну ничего же А у такого. меня, кстати, вот текстурки вертолета не прогрузились. Он Опа. у меня блестючий. Мой друг. Бывает. Еще один. Да двое. Трое? Офигеть, откуда у вас столько? Опять меня укусили. Ну, ты как-то врываешься так, как с двух ног, знаешь, там. Менты ушли. Зачем? Так, давай, наверное, тут эту хатку зайдем справа. Ох, ё-моё. Нашел?
пусто. Так, мы туда... Можно на вышку сходить. Там, смотри, там два зомби. Оп, там четыре зомби. Пять. Что-то какая-то странность. У меня не прогрузились камеры, Ты смотри короче. вон туда сколько. Что? Ужас. Ну и посмотри вон там Там сколько зомби. зомби? Вот этот беспилотник стоит. Лопата. Ой, ай, толпа По-моему, где-то. согрелись. Они тупанули. Они там танцуют. Они тупанули или мы тупанули? Нет, там драм они танцуют. Ну пошли отсюда потихоньку. Вон, смотри, на вышке раз, два, три, четыре, пять стоит. А на вышке это кого-то сожрали, походу. Наверное. Или кто-то с вышки на забор прыгнул. Тоже вариант. Или стоит, кому что поуправлять. Поуправлять, смотри, где у него ракеты. Это что это, как его, скажи, как он называется. Предатор. Да. Он сам. Что мы с вышкой будем делать? Раз, два, три, четыре, пять. Туди. На контроле, на картах. Да нет, я про то, что куда ты делся. Это я про то, что как я двигаюсь. Да нет, я про то, что куда ты делся. Бобра здесь нет, исчез. Опа, зомби. Желтенький. Я тебе про что и говорю. Опа. Обалдеть. А там еще на выходе 4 стоит. Опять? Да нету. Совсем не Нету. навязчивая реклама Origin, блин. Не, на выходе нету. Какое у вас оружие, молодой человек? Ой-ой-ой. А ну иди сюда ко мне. Коху. Да, без всякого. Не иди сюда. Ты где есть? Вот тут. Да тут. Чё? Вот прямой у Попал. нас один. Вот это мой. Кстати, вот здесь на слева на вот этом здании бывают чему-то. Да, там Я... броники бывают периодически. Да. Мне что-то страшно туда лезть, потому что зомби, целая толпа. А, вон, на вот этот надо залезть. Который правее. Вот, вон, эта лестница есть. Вот, Птички поют, что, сначала вниз зомби. посмотрим? Да, я гляну. Сам тут как обычно ни черта нет. Снизу не лучше. Тоже купим. Нашел что-нибудь, нет? Нет. Чистота, чистота. На чупа-чупс можно сходить. Нет. А, ну пошли сейчас тоже. Ты как просто Да и на исчезаешь туда. противоположной крыше, кстати, тоже чисто. Что, там вообще ничего нет? Ну, кроме кучки Волки зомби. воют. Ну, сейчас давай ангар глянем. Хаммеры. Нападем в те хаммеры. На камерах, по-моему, ничего нет. Только зомби. На хаммерах тоже ничего. На страйкере. Не-а. Сюда надо залезть.
Нет, типа в руки поотрывал. О, сейф. Там опять автопати возле вышки. Да, не работает. Я везде один и тот же код пробую. Опа, тебе там что-то созрелся. Парню, наверное, премию дали. На гражданку собирался. Тут хренак и зомби. Ну да. 5 человек. Ты бы внизу остался. А смысл? А смысл подниматься, чтобы нас сразу двоих сняли, если что. Ты же с оружием. Ну Ну, ладно, меня пока какая-то сняли. база вообще не военная ни разу. Там тоже. На весь батальон у них одна М-ка была, чтобы защищаться. Наверное. Теперь понятно, почему они передохли. Это не это Масад. А, так они еще и евреи? По всей видимости, да. Она слабенькая. Так. Чё, куда? Давай сейчас спускаемся, доходим до куда? Ну, опять к вертолету доходим и там серию закончим, а уже в следующем пойдем куда-нибудь, если нас не убьют возле вертолета. Ну, можно было здесь спрыгнуть и пойти. Ну, я Через не бордюр. ищу легких путей. Ну, на сервере 5 человек. Всего. Поэтому Но мне кажется, после ты 5 должен минут. привыкнуть, что количество человек на сервере это не показатель выживаемости. Ну, да. Может, кстати, слышишь, на сервере, где 40 человек, легче выжить. Все друг друга шугаются, Миша, да? Да. Убегают в разные стороны. Наверное. На Хаммере ничего нет. Да вроде ничего, пусто. Вот стоит он в отличном состоянии. Завел да поехал, да? Ну да. Не, ну будет же, наверное, потом. Обещали ж. Нет, по-моему, на вертолете ничего нет. Только нож мой лежит вон. И все. И фонарик. Опять А, согнули и зомби, еще да? один нож. Не, никто не взял. 2 ножа и фонарик. О, нож зарезался. Ой, я зомби сюда. Одного. Ну давай, я улетаю. Что, все на этом? Да, думаю, заканчиваю, но только дверь закрою, а то сквозняк. Ну чё, прощайся со зрителями. Так, всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да, Мы в этот всем. раз не умерли. О, вот там. Ладно, все, всем пока. Да, дверь закрой. Ладно. Всем до следующей серии.